Забыла. Он самый. И служите под началом Эдварда Брэдека. Да, но он еще в Европе, и я решил, что могу... То есть, только пока его нет. Я думал... Ну, что именно? Простите, сэр. Я надеялся, что смогу учиться у вас. Я хочу служить ордену и не могу представить наставника лучше. Благодарю. Но вы меня переоцениваете. Проклятие! Как можно, сэр? Сюда! Вор! Хватайте его! Бостон весьма оживленный город. Здесь много на что стоит взглянуть. Как устроитесь, непременно прогуляйтесь по улице. Кто знает, что вам удастся обнаружить. Минуту. Для начала нужно добыть кое-что. А я пока найду лошадей. Чёртовы мерзавцы! Этот проклятый город меня в гроб вгонит! Вы расстроены, друг? Признаться, да. И весьма сильно. В чем дело? Меня ограбили. Такая потеря. Хотя я сумел вернуть свое, боюсь, все испорчено. Ваша книга? Не просто книга. Это альманах. Первый, что я написал. Бенджамин Франклин. К вашим услугам. Хейтем Кенуэй. Вы недавно в Бостоне? Как вы узнали? Вы слишком порядочны. Помогать такой развалине, как я? Я... Не сочтите за труд, сэр. Вы человек молодой. Если вы найдете все пропавшие страницы, я вас награжу. Слушайте, я не знаю. Ничего, ничего. Найдется время прекрасно. Нет? Так и бог с ним. В таком виде он все равно бесполезен. Но если удастся отыскать все, ищите меня вон в той лавочке. Видите ее? Да. Любопытно. Делу. Начинающий моряк или рыбак-любитель, в легких судах Портера есть для вас ярик. Третий пирс Сахили и сыновья. Мы едем в Зеленый Дракон. Владельцы чудаки, но они не любопытные. Да и комнаты достаточно хороши. Вам сказали, зачем я приехал в Бостон? Нет. Мастер Бёрч сказал, вы скажете сами, что сочтете нужным. Дал мне список имен и велел разыскать для вас этих людей. И вы кого-нибудь нашли? Да. Уильям Джонсон ждет нас в Зеленом Драконе. Вы его знаете? Не близко. Но он увидел знак Ордена и пришел, не колеблясь. Докажите свою верность, и, возможно, все узнаете. Я буду счастлив, сэр. Людей.
положить конец таким злодеяниям. Но когда Джон заговорил с капитаном, тот побледнел и скрылся. Ах ты лживый, похотливый сукин сын. Кажется, мы пришли не вовремя. О, что за вздор, дорогие. Вот, сюда. Желаете что-нибудь поесть или выпить? А может, вам нужны комнаты? Мы уже сняли их. Ах, да. Помню. Господа Ли и Кенуэй, ваши вещи сейчас отнесут. Вам нужно что-нибудь еще? Пусть нам не мешают. Сэр, Уильям Джонсон. Очень рад. Славный малый, но простодушный. Мне сказали, вы собираете отряд. Говорят, в этих местах есть строение предтеч. Мне нужны ваши знания этих земель и их жителей. Увы, мои труды украдены. Без них я вам бесполезен. Мы их вернем. Вы знаете, кто вор? Мой помощник, Томас Хики, начал поиски. Он умеет развязывать языки. Скажите, где его можно найти? И я поспособствую. Говорят, где-то на юго-западе находится разбойничий лагерь. Скорее всего, он там. Чарльз? Сэр? Нам пора. Конечно. Томас Хики? А вы кто? Хейтем Кенуэй. И что, я должен вас знать? Придержи язык, слышишь? Тише, Чарльз. Уильям Джонсон послал нас в надежде, что мы вам поможем. Больно мне нужна помощь. Тем более от лондонского хлыща. Воров я уже нашел. Тогда что вы прохлаждаетесь? Думаю, как с ними управиться. Я знаю как. Валяйте. Я убью часового и зайду к стражникам в тыл. Вы двое к воротам. Когда я открою огонь, атакуйте. Так мы застанем их врасплох. И убьем половину раньше, чем они опомнятся. Приготовьтесь. Но дождитесь моего выстрела. Застали врасплох.
назад! Назад! Внутри безопасно! Что теперь? Можно взорвать дверь. Стреляй по бочонкам! Ну что, за дело? Выходит, не очень-то тут безопасно. Бросьте оружие, и я отпущу вас живыми. Я предлагаю тоже. Мы не враги. Я лишь хочу вернуть эту вещь ее владельцу. Это Джонсон, законный владелец? Повторять не стану. Я тоже. Зачем такому сброду книги и карты? Кто вам платит? Я их живьем не видел. Только указания в тайниках. Но они платят, и мы довольны. Что ж, это в прошлом. Так и передай своим хозяевам. Они спросят, от кого? Нет, они знают. Хейтем, у этого есть патроны. Не хотите подобрать немного, раз ваш пистолет пустует? Ну, зеленый дракон. Выпить охота. Берегите сундук, Чарльз. Мы займемся этой швалью. Карманы не пустые. Не пропадать же добру, правда? Вы спятили? Вы что, запамятовали, что на нас напали? Да. Вечно вы испортите всю забаву. Всего лишь дураки с ножами. Они мало что могут. Меня беспокоят совсем не они.
Кажется, это все. Вот так, покажи им. И еще разок. Вот так, покажи им. Если так и дальше пойдет, пусть лучше мистер Джонсон удвоит мне жалование. Держите. Благодарю, мастер Кенуэй. А теперь, что нужно вам? Знаки на амулете. Они вам знакомы? Не видели подобные у индейцев? Похоже на изделие Ганьягаха. Выясните точное место. Я должен знать, откуда он. С моими записками? Возможно. Посмотрим. Томас! Что? Спросите комнату. И ванну примите. Думаю, мы здесь задержимся. Вечер. Мило. Ну, Чарльз, не так уж он плох. Эй, Кэтрин, толстуха, вернись сюда. Мне надо выпить. Как ваши поиски? Одних карт и расчетов мало. А местные жители? Сначала мы должны завоевать их доверие. Пожалуй, я знаю, как этого добиться. Тот один малый обращает индейцев в рабство, если их освободить. Знаете, где они? Боюсь, нет. Но Чёрч знает. Он посредник в таких делах. И он в вашем списке. А я-то ломал голову, кому обращаться. Браво! Прелестно. Чарльз. Сэр. Кажется, не только мы ищем мистера Чёрча. Чёрт, и где он может быть? Что нам делать? Искать его. Идем. Я покажу, как. Я умер в возрасте 66 лет.
Написать его родным, как думаете? Не надо совать нос не в свое дело. Благими намерениями. Если бы вы только видели. Они, несомненно, были пьяны. Причем среди бела дня. Вырвался. Выскочка. Огромный ассортимент бакалеи, кормов и других товаров у хороших ребят в Лонгман за Картер Лейн. Этот дебошир хочет стать врачом? Вряд ли из него выйдет что-то путное, если продолжать в том же духе. Такой позор! Родители Бенджамина были бы в ужасе. Возможно, стоит послать за ним кого-нибудь, пока он не опозорился на весь город. Вытяжка Монтгомери. Они ушли на северо-восток. Наверняка в поисках какого-нибудь кабака. Сперва расспросите этих людей, а я поднимусь повыше. Время подслушивать. Вдруг кто-нибудь дознает, что сталось с Бенджамином. Boston Country Journal. Целый мир за день. Я спросил торговца. Никто ничего не видел. Проклятие! Они лгут! Ага. Но что делать? Угрожать бестолку, не упрашивать же. От слов толку мало. Арестовать одного, да в колодки. Языки развяжутся. И не только у него. По всему городу тут же начнут орать, как их власти притесняют. Только этого нам и не хватало. Тогда проще махнуть рукой. Жертва мертва, а те, кто знает, в чем дело, они молчат. Раз они покрывают убийц, пусть сами все и расхлебывают. Вот ведь надутый индюк. У нее рагу пальчики обидишь. Особенно урожай тогда. Еще один кинчуга. С чего он веселится? Не каждый день такое увидишь. Пинчуга. Опять? Да, мне что? Дали помощь, так они отмахнулись. Все, мол, в полном порядке. Странно. Они не сказали, в чем дело. Нет. Пустяки, дескать. И он скоро вернется домой. Но я видел кровь. Боюсь, это не такой пустяк, как они хотели показать.
Куда они его увели? В вершине холма. Может, в форте есть врач? И он говорит Чёрчу, так или иначе долг надо платить. Я ему не завидую. Незавидная участь. Что они затеяли? Ничего хорошего. С ними был Рещик. Верно, искали тихое местечко, чтобы отделать людей. Когда Рещик берется за работу, крик стоит до небес. Кстати, пожалуй, завтра мясо лучше не покупать. Это точно. Видите? Мы скоро отыщем Чёрча, как я и говорил. Скажите, где вы всему этому научились? Видите ли, это все часть моего воспитания. Орден ставит восприятие во главу угла. Оно направляет бег наших ног, движет нашими руками в бою. Что важнее, оно меняет чувства. И мы начинаем познавать мир иначе. Смотрите, у них полно часов. Заперто. Мне нужен ключ. Ждите здесь. Вот так-то. Неужели непременно нужно все усложнять, Бенджамин? Выплатите мое вознаграждение, и я все прощу. Ни за что, мне не нужна защита. Раз мы здесь, защита вам, без сомнения, нужна. Как грубо. Так, что же нам сделать с нашим гостем? Можно отрезать руки и прощай его карьера. Можно вырвать язык, чтобы не болтал попусту. А можно и яйца.
чтобы усмирить его. Столько вариантов, так что же мне выбрать? Все разом. Эй, погодите! Возможно, я поторопился с отказом! Мне очень жаль, Бенджамин. Но шанс уже упущен. Сайлос, будьте практичны! А я практичен. Но вы не оценили мою щедрость. Учтите, дважды я в дураках не останусь! Боюсь, мне не по силам глядеть на такое варварство. Отыщешь меня потом, Рищик. Вы пожалеете, Сайлос, слышите? Я отомщу! Нет. Сильно в этом сомневаюсь. Слышь, и ушей как не бывало. Что скажете, мистер Чардж? Тогда я хоть не буду слышать ваши бредни. Просто мерзавец. Кто вы? Хайтем Кенуэ, к вашим услугам. Я не понимаю. Зачем вы здесь? Пойдемте, мистер Чардж, и я все объясню. Еще пара монет в карман. Джонсон рассказал, в чем дело. Вам нужен как раз тот человек, который схватил меня. Его зовут Сайлос Тэтчер. Этот хлыщ – работорговец? Не обманывайтесь его манерами. Он отъявленный мерзавец и садист. Что вы знаете о его людях? Их больше сотни. И половина красный мундир. Это все из-за рабов? Эй, нет. Он капитан королевской роты. Командует фортом Саутгейт. Нужно пробраться туда. Дайте подумать. А пока я займусь последним рекрутом. Это Джон Питкерн. Я вас провожу. Зачем вы пришли? Новый рекрут. Новая полежка в костер. Идите. Как вам это удалось? Вы забыли, сэр? Я подчиняюсь генералу Брэддеку. Когда не служу вам, конечно. Назовите причину, почему я не должен прикончить вас прямо сейчас. Вы собирались отчитываться? Или надеялись, что вас тут не заметят? Если позволите объяснить. Хо-хо! Да ради бога! Очень интересно послушать. Я не дезертир, сэр. Я здесь по приказу полковника Амхерста. Покажите письмо с его печатью. И, быть может, вас не повесят. У меня нет письма. Моя служба такова, сэр, что... Такие вещи не доверяют бумаге. Хейтем. Генерал Брэддек. Вероятно, я зря удивляюсь. Волки часто охотятся стаей. Мистер Питкерн отлучится лишь на пару недель и вернется в полк, когда мы покончим с нашими делами. Явно весьма темными. Мало того, что мне буквально приказали отпустить Чарльза... Но о нем речи не было. Я его не отдам. Эдвард, послушайте. Мы закончили. Проводите их.
Этого я не ожидал. Ведь я когда-то звал его братом. Что теперь? Если мы вернемся, нас прогонят. Нам тут делать нечего. И им, к счастью, тоже. Идемте. Что вы задумали? Выкрасть Питкерна. Что? Увидите. Теперь, когда я подам знак, отвлеките солдат Брэдека и заманите их в тупик. Чудное место. Стало так красиво, будто кто-то помогал дождю и ветру менять их форму. Свежая Weekly Advertiser! Может, в Мальборо? Нет. Там довольно. А Линн-стрит и Шип-стрит? Да. У иммигрантов всегда много проблем. Они скорее схватятся за возможность набить кошелек, чтобы прокормить детей. Воры и негодяи! Будь проклята ваша война! За ним! Оставь его, Эдвард. А, опять ты. Отпусти нас. И Джона Питкерна тоже. Я не дам оспаривать мой авторитет. И я. Скандалы их всех. Себя. Вы свободны. Предатель! Ну, ступай! Ищи с ними миражи! Надеюсь, ты вспомнишь эти меня! Вы неспроста учинили этот бедлам. Чего вы хотите от меня? Я все объясню по дороге. Вонючей яме!